концертам в Крыму артисты губернского хора готовятся с особым усердием. Их миссии достойно представить Самару на праздниках, которые будут отмечать на полуострове. Для художественного руководителя хора Владимира Ощепкова это уже шестая поездка в Севастополь, и каждый раз самарский коллектив встречали овациями. Как они, севастопольцы, мы на берегу давали уже концерт, без моряков. Мы россияне, они, мы россияне. Вот это все говорит о том, какая наша поездка. Это поездка высоко патриотических наших чувств. В легендарном Севастополе хор выступит перед моряками Черноморского флота. Концерты пройдут в разных городах. Один из самых важных – в День России. И на добрую память крымчанам сувениры и письма от руководства Самары. И, конечно, очень важно, чтобы вы рассказали о том, какой город наш прекрасный, какие удивительные люди здесь живут, работают, сколько мы в свое время сделали для того, чтобы город был индустриальной столицей нашей страны. Расскажите о том, какова роль нашего города и во время Великой Отечественной войны, и в послевоенное время. Это, конечно, очень-очень важно. В Севастополь самарский хор приедет 4 июня в 6 утра, а уже в час первый концерт. Далее турне по городам и селам в репертуаре более 50 песен. Есть фирменные хиты специально Крыму от Самары. Мы поем песню про легендарный Севастополь, так как и мы планировали. И также, я думаю, мы будем петь песню «Ах, Самара, городок». Это уже сложившаяся традиция. Мы в каждой поездке поем эту песню. Первый раз вообще туда еду, и хочется посмотреть красоты, хочется познакомиться с новыми людьми. Поездка продлится до 17 июня. В свободное от концерта время будет возможность отдохнуть на море и поближе познакомиться с Солнечной Республикой. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.